Давно играешь? 21 год. Ничего себе. Ой, это же моя любимая. Друзья, всем привет! Как вы поняли, в ролике будет очень много крутых реакций. Также, если вы заметили, то у меня новый фон, и я снимаю на новую камеру. Напишите в комментариях, как вам такая картинка стала хуже или лучше. Если хочешь 1000 рублей на карту или бесплатный урок от меня, то поставь лайк, подпишись на канал, нажми на колокольчик, напиши любой комментарий и досмотри это видео до конца. Победителя определю случайным образом по комментариям после того, как это видео соберет 2000 лайк. Итоги конкурса смотри в моем инстаграме. Также, если хочешь выиграть или приобрести крутую гитару, то хочу порекомендовать музыкальный магазин Skiff Music. Skiff Music — это живые музыкальные шоурумы в центре Москвы, Санкт-Петербурга и Самары, а также более 60 тысяч товаров на сайте. Ребята собрали огромную коллекцию крутых гитар, начиная от редких винтажных экземпляров из США и Европы, заканчивая новыми крутыми инструментами. Каждый шоурум оборудован гитарной мастерской с профессиональным мастером. На все инструменты действует пожизненная гарантия. А доставка осуществляется в любую точку мира. Но это еще не все. Вот уже более года ребята разыгрывают крутые гитары. Заходи на сайт skiffmusic.ru, сделай покупку на сумму от 2000 рублей, и ваш номер заказа — это и будет лотерейный билет. Кстати, гитары разыгрываются каждый месяц среди покупателей. Так что желаю всем удачи. Применяй мой промокод Николай Попов на покупку и получи 5% скидки на любой товар. Ссылки в описании. Привет. Привет. Сыграть мне что-то хочешь? Да. Давай. А лет тебе сколько? Мне 27, а тебе? 17. Давно играешь? 21 год. Ничего себе. Есть. Это круто, на самом деле. Я тоже хотела учиться играть на гитаре, но как-то не пошло. Привет. Ты кто? Ля минор. А ты кто? Минор, а я Валентина. Ты кто? Минор? Ля минор. Я клеви белая, я становлюсь на крыло. Ля минор, пожалуйста, сыграй. Бемоль мажор. Си бемоль мажор тебе сыграть? Си да. Бемоль мажор. Молодец, ты музыкант, да? Ну, играю, да, на гитаре. Ну, ты профессионально играешь, да? Почему? Ну, ты так хорошо тональности знаешь. Ну, играю, да. Учился, да, в музыкальной школе. И на этом все. Не, ну, я преподаю гитару иногда. Если хочешь поучиться у меня игре на гитаре онлайн, то пиши мне ВКонтакте или Инстаграме. Ссылки в описании. И не забудь поставить лайк этому видео. Я знаю, что это неприлично, но, может быть, королевшу-то? Что? Может быть, королевшу-то? А, королевшу-то? Да. А почему неприлично? Ну, потому что, блин, я у тебя прошу, ты же мне здесь не на работе. Ты просто потрясающий. Ну еще знаю вот это вот из «Короля шута». Ой, это же моя любимая. Так, что еще сыграть? Или ничего? Да блин, ну это уже для меня много дел. Давай что-нибудь классическое гитарное. Классическое гитарное? Ага. Вот эту? Классно, но я имел в виду классическое, что обычно на гитаре играют, а не классическую музыку. А, батарейку тебе сыграть? Да. Так, что там такого? Да что, ничего. А у вас? Да нет, все хорошо. Thank you.
знакома песня? Нет, к сожалению, нет. И, наверное, потому что я старая, поэтому... Ну, как... А сколько тебе лет? 30. 30? Ну, это же еще нормально. Да нет, я бабулька, во-первых, моя память меня много подводит. Вот. А если бы были бы слова, возможно, со словами, я бы спела. А какие ты песни знаешь? Какие песни знаешь? Ну, это элементарно. Нирвану. А, Нирвана, которая вот эта вот, что ли? Я ее даже умею Smells играть. Smells like kids. Вот, послушай. Она? Да, ну да. Давай что-нибудь тогда постарее, что ли, сыграть? А знаешь, что это, кстати, да, песня? Да, господи, куда я это делаю? Все, знаешь, что это песня? Я старая, я так забываю все. Сейчас, послушай. Прям сразу же я же это знаю. Я это знаю, я клянусь. Но не можешь сказать, да? Я знаю. Шикарно играешь, правда, очень шикарно играешь. Слышала по-любому, да, где-то? Услышала. Я понимаю, что вот сердечко-то мое знает, а тут голова-то не помнит, вот правда, не помнит. Вы же понимаете, насколько ты, ладно, ты, наверное, ты, я думаю, что это, ну, примерно одного возраста, но окей. Ты шикарный, ты круто играешь, и я думаю, что у тебя вообще все получится. Ты молодец. Давай твою любимую песню. Да, у меня особо нет любимых. Но я сейчас вот играл, выучил песню, знаешь. Знаете вот эту песню? Ну, что-то знакомое, но вроде нет. А вот это знаете? Это Король и Шут? Нет, это не Король и Шут. Это не Король и Шут. Король и Шут — это вот это вот. Слышали? Ну вот. Это...
На районы кварталы, говорите, похоже? Да, немножко. А, ну, не, сыграть вам районы кварталы? Давайте. Сейчас. Похоже? Спасибо. Похоже? Да. Да. Больше похоже на Дурак и Молния. А, на Дурак и Молния, да, похоже? Понятно. Можешь сыграть вот прям то, что тебе прям сложно дается? Ну, что-то прям, понимаешь, ты уже хорошо так играешь, если что-то тебе сложно дается, это прям какая-то такая многоходовочка, которая прям охуенно звучит. Ну, она сложная, но она не прям что... Она необычно звучит. Как бы нестандартно. Вот, вот такого можно, пожалуйста? Ну, я тебя это прям Обара, я тебя нашел, красавчик. Гитара, я обожаю гитару. Обожаю гитару. Да. Ты кого там, это, небось, ну, стримы ведешь, нет? Нет? Да нет, просто так играешь на гитаре. Да, просто, да. А что? Девчонкам просто играешь? Или мужикам? Да, мужикам тоже играю, да. Что сыграть? Порнофильмы, мне нравится. Песня очень старенькая, этот. Как она? Вот это? Ну, она самая... Да, да, да. Просто. Бля, вообще вещь. Дайте мне белые крылья, я... Бля. Бля, я думал, ты петь будешь. Не, я могу сыграть любую песню. Что-нибудь, что я не знаю, вот давай что-нибудь, что я не знаю. Я хочу услышать, что ты... Вот песня, у тебя же по-любому есть песня, которая нравится, которую многие не знают. Вот сыграй то, что я не знаю, и что тебе нравится. Похоже, знаешь, типа, когда в компанию какую-нибудь звонишь, а там, типа, на автоответчике мелодия. Ожидание еще 7 минут. Ну вот она как раз-таки 7 минут идет, я тебе просто ее не до конца сыграл. Ладно, удачи тебе. Давай. О, привет, ты знаешь Артика и Асти? Можешь спеть песню «Последний поцелуй»? Конечно. О, давай. Только не «Последний поцелуй», а другую сыграю Артик и Настя. Такую скажи. Так, ну сейчас узнаешь. Знаете, да? Сейчас доиграю. Припев доиграю. Давай, давай. Так, Оль, что вы хотели? Что хотели? Оль, а сколько вот у тебя стоит, чтобы, ну, если с парнем расстанешься, чтобы ты приехал и играл Артика и Асти на гитаре? О, привет. Привет. Что там делаете? Гитарист. Спой «Северный ветер», ты знаешь? Конечно. Давай.
очень хорошо танцуешь. Играю, танцую или играю? Играешь и танцуешь. Понял. Если понравилось это видео, то поставь лайк, подпишись на канал и отправь это видео друзьям. Всем пока!